Обычные посетители железнодорожного вокзала в семей, держат в страхе его сотрудников. Грызуны, особенно в ночное время, спокойно передвигаются по зданию, пугая работников и пассажиров. Как оказалось, крысы завелись из-за антисанитарии в близлежащих кафе, а с наступлением холодов решили сменить место дислокации на более теплое. Жалоб от пассажиров пока не было. А вот некоторые арендаторы киосков уже подсчитывают ущерб. Неприятное соседство заставило руководство вокзала пойти на крайние меры. Помимо традиционных методов, таких как использование яда, до изготовления ловушек. В качестве исключения даже разрешили приводить в здание железнодорожного вокзала кошек. Домашние питомцы уже привыкли к новой обстановке, ну а работники вокзала, похоже, собираются пополнить ряды усатых охотников. Из дома привели кошку, так как есть поверье, что крысы убегают от запаха кошки и они очень хорошие охотники. Ну, мы принесли две кошки. И... Но они показали свою эффективность.